иноземная операция и способы ведения, и риторика сегодня агрессора, риторика оккупантов сегодняшней, которые находятся на нашей земле, на Украине, она сегодня очень страшная. И, вы знаете, тот цинизм, с которым они преподносят все свои, называя войну операцией, тот цинизм, когда они говорят, что они кого-то освобождают, этот верх цинизма, вранья. Ну вот оно все, вы понимаете, вот эти все этапы, Грозный, Сирия, Казахстан, Белоруссия, это все элементы, когда у них они укрепились в мысли о том, что сила, оружие, атомное оружие решает сегодня все. У них почему-то вот все, они в это уверовали, они сегодня живут этим.